На улице Фартечной в самом разгаре серьезная реновация. Специалисты котельного хозяйства заменяют старые трубы. Такой трудоемкий процесс уже завершен на территории площадью в более чем 5 километров. В настоящее время порядка 80% тепловых сетей испытано на гидравлическую плотность и механическую прочность. А это немало. Ведь на балансе коммунального унитарного производственного предприятия «Брестское котельное хозяйство» находится 28 котельных, 111 центральных тепловых пунктов и более 318 километров тепловых сетей. Такое большое хозяйство требует постоянного внимания, потому ежегодно после завершения отопительного сезона специалисты предприятия начинают активную подготовку к предстоящему. Очень много регламентных работ, которые прописаны в нормативных документах Республики Беларусь. Это такие, как промывки, опрессовки, наладки оборудования, профилактические ремонты, потому что система теплоснабжения – это весьма сложный механизм, он состоит из многих оборудований разноплановых, это и котельные, и центральные тепловые пункты. И тепловые сети. Если где-то сдает сбой, то это приводит к аварии во всей системе. Поэтому желательно, чтобы все компоненты системы работали как часы. Для того, чтобы сезон прошел безаварийно, необходимо, чтобы провести профилактические работы, чем мы сейчас в это время и занимаемся. В 16 котельных осуществлен профилактический ремонт оборудования. Кроме того, в двух котельных ведутся работы по реконструкции. Одна из них расположена на улице Инженерная, 17/1. Необходимость реконструкции данного объекта обусловлена строительством нового района по улице Лейтенанта Рябцева. Вследствие этой реконструкции эта котельная догрузится свободные мощности. У этой котельной на сегодняшний день имеется большой резерв мощностей. Сегодня она питает исключительно микрорайон Речица. В дальнейшем с присоединением района Лейтенанта Рябцева, квартала многоэтажной застройки, позволит нам вывести из эксплуатации котельную, в которой оборудование уже отработало свой ресурс. Тем самым специалисты Брестского котельного хозяйства смогут выполнить сразу три задачи – запитать новый район, догрузить оборудование и вывести из эксплуатации старую котельную. В плане к этой обновленной котельной присоединят две сети с разными гидравлическими и температурными параметрами, что принесет массу преимуществ. Среди основных – позволит регулировать теплоснабжение потребителей в зависимости от температуры наружного воздуха, от пиковых потреблений потребителей по горячей воде. То есть это уже будет, можно сказать, современная котельная с использованием старого модернизированного котлового оборудования. Согласно плану мероприятий, все оборудование котельных и центральных тепловых пунктов переживет профилактический ремонт, а значит, к 1 сентября предприятие «Брестское котельное хозяйство» будет готово на 100%.